время, наверное, подвести какие-то итоги и поделиться своими ощущениями. А в целом, конечно же, Латвия очень культурная страна, практически любой регион. Но этот уровень культуры, он у всех немножко разный. То есть в Риге это будет один уровень культуры, в Юрмале будет другой, в Лепое и Вентспилсе, и в Даугавпилсе совершенно другой. То есть вроде бы одна маленькая страна, которую там можно проехать за 5 часов, но тем не менее здесь уровень культуры разный. Что я заметил в Лепое? Заходя в любой магазин, есть такие каталочки, куда ложить продукты. Лепое, пожалуй, единственный город в Латвии, в который не надо вставлять монетку. О чем это говорит? Это говорит о том, что человек, который взял корзинку, попользовался, обязательно поставит ее на место. Но вот в Латвии не во всех городах так. Ну, например, здесь это есть. Следующий момент, гуляя по, вот, например, морю, я обратил на такое внимание, что люди нагинаются и поднимают что-то. Мне почему-то показалось, что они поднимают кусочки янтаря. И у меня было удивление, что люди поднимают бычки. То есть, если какой-то турист пришел, покурил, выкидывает сигаретку, то его берут в кулечек и доносят до мусорника. То есть, пройдя 5 километров прибрежной зоны, гуляя по парку, я не нашел ни одного сигаретного бычка, либо пробки, либо бутылки, либо еще чего. Можно, конечно, сказать, что это городские службы, коммунальные отлично работают. Но если бы я не 5 раз в течение часа видел, как простые горожане поднимают кусочки мусора, веточки и так далее, и уносят их с собой. Я такого не видел нигде. Вот, чего не хватает Лепое. Мне кажется, у Лепое на Прибалтийском побережье очень много конкурентов. И ближайшие конкуренты находятся от 100 до 300 километров. Например, это Пярну, Юрмала, Вентспилс, Паланга, Нида. Вот такие города. Что есть в тех городах и чего нету в Лепое? Во всех тех городах, перечисленных много, есть магниты. Что такое магнит? Ну, например, если мы возьмем Юрмалу, то такая улица, как Йомас. Если мы возьмем Палангу, то такая улица, как Басанавичус. То есть центр ночной культуры, где все дискотеки, все мероприятия. То есть есть зачем приехать молодежи. А молодежь – это основные путешественники, которые тратят деньги. И после них уже, конечно, пенсионеры. А пенсионеры, в основном немецкие, они едут в грязные лечебницы. Их в Лепое тоже, к сожалению, нету. Вот я не нашел магнита, который бы заставил меня сюда приехать. Например, в Вентспилсе очень много саммеры, городская дума, вкладывает в рекламу. Очень много вкладывают в рекламу Паланги. Поэтому люди даже не знают страны, не зная этих плюсов в этих городах, они все равно приедут благодаря интенсивной рекламе. Я думаю, вряд ли вы где-либо встретите рекламу Лепое. В Лепое, в принципе, есть такие же бытовые достопримечательности, которые есть в любом из перечисленных городов, но они не развиты. Ну, например, вы придете в достопримечательность и увидите табличку, что она работает только в субботу-воскресенье с 3 до 5. Ну, это же бред. Ну, вне сезон. В сезон там может быть другое. Но туристам может быть и сезонный, и не сезонный. Сейчас, например, не сезон, довольно холодно, но все побережье забито какими-то людьми, которые гуляют, которые дышат воздухом. Их могло бы быть в разы больше, если бы кто-то занимался туризмом или развитием туризма в Лепое. Этого я не увидел, это точно. В целом, питание. Здесь, как везде в Латвии и Литве, очень трудно найти плохое питание, плохую кухню, она здесь великолепна. А море Балтийское, оно практически везде одинаково. Что касаемо стоимости отелей, она здесь, скажем так, не низкая. Она среднестатистическая по Балтии. Вот. Ну и, наверное, есть что посмотреть, но достопримечательности здесь все-таки придется поискать. На что я обратил внимание, когда вот гуляю сейчас по Лепое, я прошел уже порядка 5, наверное, километров, и я не нашел ни одного, ни бычка, ни грязи. Но это ладно, фигня. Обратите внимание на вот это. То есть, если мы возьмем всю лесную дорожку, то это много-много-много километров. Ну, не знаю, 5, может, 2, 3, сколько там. Она вся програблена граблями. Вся. То есть фишка в том, что здесь не только не валяется мусор, но здесь как в каком-то японском саду.
Програблено абсолютно все. Как это возможно, несколько километров програбить вот так вот вручную? Это же жесть какая-то. В Алеппо, безусловно, много исторических достопримечательностей, которые не сохранились, либо не хорошо сохранились. А поскольку с визуальными достопримечательностями не густо, то подойдет и такое. Например, Алеппо находится не только на море, если кто не знал, но еще и на озере. И к этому озеру сделана комфортная прогулочная тропа. Такая же, как в соседней Пярну, Эстонии, Копия. Сейчас и прогуляемся, и, может быть, даже сравним. Я видео под роликом приложу ниже. Путешествие в Пярну и на аналогичную тропу. Пошли. Сразу подведу итоги, чем эта тропа отличается от Пярну, тем, что это по сути самый настоящий заповедник. То есть здесь нету зоны доступа, к тебе не подходит птица, ты ее не можешь покормить, погладить и так далее. Ты можешь взять бинокль и наблюдать ее в настоящую естественной природе. Поэтому если ты хочешь детям показать, как функционирует настоящая природа, а не утки, которых можно хлебом покормить, это стоит. Если ты большой фанат птицы и любишь наблюдать за гнездованием птиц, а есть такой особый вид туризма, это тоже очень рекомендованное место, потому что оно очень комфортно. И вот визуально я сейчас глазами обозреваю несколько тысяч птиц, порядка 4 видов. Она действительно интересна. Здесь есть и черные лебеди, и белые лебеди, и утка, и нырки, и еще там какие-то непонятные для меня вещи. Но я как бы небольшой любитель птицы. Чем мне понравилось это место и, наверное, Алеппо в целом? Если у вас есть такое заболевание, как депрессия, я думаю, надо все-таки ехать в Алеппо. Я обратил внимание, что здесь очень много депрессивных людей, которые, мне так показалось, приезжают сюда лечиться. То есть человек встал и по гениальному пляжу, по идеальному песку, по морю прошел там 5 километров в ту сторону, назад, депрессия как рукой снялась. Или человек поднялся вот в это место и побыл здесь один, и депрессия снялась как рукой. То есть есть смысл сюда приехать, посетить какую-то баню, небольшие, их очень мало, спа-комплекс, покушать здесь недорого и вкусно, и побыть наедине с собой и с природой. Это если депрессия поджала так вот горлышку, что прям ну жесть, ну никак без нее, ну все, да? Приезжайте сюда. Вот обратите внимание, я гулял по морю, я был один в гордом одиночестве, и сейчас здесь, смотрите, вот пальцем веду, в радиусе, наверное, десятка гектаров я один. Сейчас я скажу, когда я снимаю. Я снимаю в 10 часов в воскресенье. Никого, я один. То есть, если действительно хочется побыть наедине самому с собой,
Я не знаю, пожалуй, другого места на планете Земля, где так мало людей. Ну, не берем Россию, там, тундру, тайгу и так далее. А в Европе это большая редкость. И я думаю, надо намекнуть китайским и японским пенсионерам, куда нужно приезжать встречать старость. Место позитивное, безусловно. Что-то здесь хорошего есть, и я думаю, оно мне запомнится. А мы пошли дальше гулять по Лепе. Ребята, давайте я в очередной раз повторю свою мантру, что в Лепе особо смотреть нечем, нечего. Вот. Поэтому заезжаем в очередное место достопримечательности, форты. По крайней мере, что-то о них пишут и слышат. Хорошая штука, бетон, на котором уже образовались сталактиты, и толщина стяжки примерно 1.5 метра. Ну вот, для любителей заброшки здесь, по-моему, то, что доктор прописал. Полазить. Да, впечатляет, особенно тех, у кого клаустрофобия. Так, а тут муж на море можно выйти? Я думаю, что тут и выйдем на море. Ух ты! Вау, спуск пошел. Что там? Не вижу. А, это вниз спускаться еще. Слушай, ну тут прям можно заблудиться. Да, ночью здесь... Сигнал GPS потерян. Тут не только сигнал GPS потерян. А, это соединение между первым фортом и вторым. Это лифт для оружия. Что, можем видеть, что природа действительно берет свое, какой бы ни был сильный, укрепленный дзот, да, форт, все равно море заберет свое.
Можно моих подельников посадить в тюрьму? А? Моих подельников. Начнем с того, что видеокамера закрыта. Ну что ж, закончилась наша экскурсия по Гауптвахте, гарнизонной в городе Лепая. И что интересно, конечно же, каждый путешественник, который путешествует, он заходит на разные сайты, ну, например, на TripAdvisor, и интересуется экскурсией. Что это за экскурсия, стоит ли ее посещать и так далее. Поэтому я тоже зашел на TripAdvisor, и очень много плохих отзывов конкретно об экскурсоводе. Тут на самом деле мужичок, который ведет экскурсии, он офигенный чувак, то есть он с таким с черным юморочком мужичок. Что интересно, он говорит на немецком, на русском, латышском, английском и еще что-то там острит на испанском. То есть вот такого паренька, наверное, в Лепое встретить, который говорит на всех языках, очень сложновато. Поэтому наверняка мужик на своем месте. Но дело в том, что у мужичка, который ведет эти экскурсии, это, кстати, не мое наблюдение, опять же, по отзывам, у него такие крайне националистические наклонности. То есть, ну не секрет, что в Латвии есть и пользуются популярностью националисты. Их не так много, но они есть. И вот этот чувачок один из них. Но он такой, скажем так, добрый националист, но иногда шутит так вот категорически нет. Вы, когда приходите в тюрьму, то, скорее всего, экскурсовод, он и должен быть такой, как тюремщик. Немножко нагловатый, хамоватый, жесткий. И вот когда мужичок соответствует своей, ну, месту репутации, в котором он находится, то есть такой нагловатый, хамоватый, жесткий, и потом начнет вас конкретно песочить за то, что вы там говорите на русском или еще какая-то фигня, у русскоговорящих, может быть, возникнет какая-то неприятная вещь. Но, опять же скажу, он правильный националист, да, а не какой-то еще товарищ, и он одинаково песочит и немцев, я сам это видел, и русских. Я думаю, что мужик просто чем-то не удовлетворен в жизни и просто херячит всех подряд безбожно. Вот, в целом, я думаю, нечего тут делать в этой тюрьме. Еще раз повторюсь, в Лепое очень мало достопримечательностей, и особо вы тут ничего в этом месте не подчеркнете, ни полезной информации, ни визуальной. Но поскольку, опять же, в Лепое ну некуда пойти, но не вкладывает местное самоуправление в развитие региона, просто ворует по карманам и все. Я так думаю. Ну, потому что деньги должны же во что-то инвестироваться. Я обратил внимание на то, что если мы пойдем в храм, он не отремонтирован. Он ни один из храмов у них не отремонтированный по сегодняшний день. Вроде бы ведутся какие-то работы, но безуспешно. Если мы посмотрим на эту достопримечательность или на пять других, которые находятся в Лепое, все в очень фиговом состоянии, туризм здесь не развивается. И что тут делать? Черт его знает. Если бы не местные предприниматели, которые открывают неплохие отели и неплохие рестораны, я думаю, пролетали бы все вообще этот городок мимо. Но это беда всей Латвии в том, что местные деньги не работают на местное население. К сожалению, это так. Вот, поэтому тюрьму посетили ее неудачно. Почему? Потому что в ней снимать нельзя. Я узнал, что это частное предприятие, и частник может устанавливать на своей территории любые законы. Он установил такую таксу, что видеосъемка на территории тюрьмы, по крайней мере, нам так заявили, это не я придумал, 700 евро. 700 евро стоит видеосъемка. Теперь, по крайней мере, я понимаю, сколько заплатила Орел и Решка за видеосъемку в этой тюрьме.
и, по-моему, Discovery, если не ошибаюсь. Вот у них более-менее сюжеты были поинтереснее. Если вы насмотритесь и под впечатлением приедете сюда, а экскурсовод заявил, что «Орел и Решка», «Discovery» и еще пару-тройку больших каналов сделали им такую рекламу, что поток туристов им обеспечен, и им заниматься такими вещами, как маркетинг или чем еще, либо тупо неинтересно. И поэтому они сидят в этом здании, жрут те деньги, которые им приходят, развитием тут вряд ли будет пахнуть. Вот, то, что вам здесь наговорят, типа экскурсоводы, не стоит брать в голову, это элемент шоу, элемент развлечений. Правда, вот в этом будет вряд ли, это будет их интерпретация. Я даже уверен, что у них нету сертификационных экскурсоводов. Не понравилось мне две вещи. Первое, то, что 100% у экскурсоводов нету сертификации. И второй момент, то, что на территории тюрьмы торгуют орденами и медалями Советской Армии. А почему, например, не немецкой и не латвийской? Можно узнать? Мне кажется, это не очень хорошее и не очень доходное предприятие. А в целом, еще одно место, куда стоит посетить, заехать в Лепель.